Yeah.
Битва закончена. Пока Белиал сражался с демонами-прислужниками Евы, Дэниел отправился дать бой самой владычице преисподней. Ева даже не предполагала, что человек и демон смогут что-то противопоставить ей, всемогущей царице ада. Но последняя благословенная пуля, выпущенная Дэниелом, попала ей точно в лоб, и ее власти над адом пришел конец. Тело Евы упало на землю и словно растворилось в воздухе. Но Дэниел знал, что это еще не конец. Ибо власть князя тьмы должна перейти самому могущественному из оставшихся созданий, чтобы история повторилась снова и снова. Белиал явно нервничает. Он чувствует что-то, чье-то присутствие. Вдруг открывается белый портал, и из него показывается крылатый силуэт, окруженный ярким сиянием. Это архангел Самуил. Теперь все ясно. Это он все подстроил. Он наблюдал за происходящим, выжидая момент, чтобы обрести абсолютную власть. Дэниел и Белиал, ошарашенные предательством, неотрывно смотрят на Самуила. Исполненные нестерпимой болью и всепожирающим гневом, они понимают, что все только началось. Yeah.